Привет, друзья, здесь Демитков Юрий. Продолжаю рассказ о том, что происходит в России. Вчера, в последних видео двух, я рассказывал о том, что введены очередные санкции против Мосбиржи. И на Мосбирже сейчас все, прекратили торговлю долларом и евро. К чему это приведет? В последнем видео я показал момент открытия биржи, что произошло. На самом деле, на момент открытия биржи, биржа не открылась просто. Было написано, что через 5 часов возобновятся торги. Вот, торги возобновились часа через 2-3 на самом деле. И я показал, что, естественно, на первом этапе логичная ситуация, что доллар резко вырос. Вот, в смысле, не доллар, а производный инструмент. Это индекс РТС, потому что доллара нет. Просто доллар фактически обнулили, написано 1 рубль. Вот, продать его можно только на внебиржевом рынке. Он там существует, насколько я понимаю. Потому что доллары есть у людей на счетах, на брокерских. Будет механизм наверняка. Он и был. Есть такие механизмы, по одному доллару будут. Вот. А к чему это приведет? Да, и после открытия биржи я показал, что достаточно быстро, там в течение часов, сколько там, до часа, наверное. В общем-то, все вернулось на то, что было раньше, на те уровни. Я пытался перевести деньги, скажем, в Кыргызстан, там есть механизм. Вот, механизм не работал. Говорят, что там что-то там налаживают, отлаживают. Вот, не работал. Обещали сегодня к 12 отладить. Вот, что касается людей, которые пытаются там купить доллары, продать доллары. В принципе, на людях это вообще никак не отразится, если честно. Вот. То есть, я думаю, что, во-первых, юани можно купить и продать совершенно спокойно. Но с юанями в Турцию ехать, черт ее знает. Вот. Думаю, что лучше все-таки с долларами. Если у вас нет, карт зарубежных банков, то будет сложновато, если честно, вот так. И прямо скажем, люди не поедут просто уже за границу в основном, то есть будут ездить в Анапу, чего ж там. Вот. В Крым тоже мало кто, наверное, поедет в этом году. Посмотрим. Хотя есть и такие, у меня есть знакомая, которая вот ездила в прошлом году в Крым. Эти проблемы коснутся прежде всего импортеров. Это серьезный удар, потому что импорт уже сокращается, об этом объявлено, и похоже, что он будет сокращаться сильно сильнее. То есть сейчас импорт идет через юани, через китайские банки, но основные, главные китайские банки уже отказались работать с Россией. Остаются мелкие. В общем, вопрос времени. Мы все больше и больше отделяемся от мира, и мы будем вынуждены строить как раз независимую экономику. Вы знаете, я хорошо помню дефолт 1998 года. Очень хорошо помню. Я в то время уже занимался полиграфией, производством. И когда Кириенко с трибуны Государственной Думы объявил дефолт,
Я понял, что это катастрофа. Примерно сопоставимая с тем, что происходит сейчас, но сейчас она растянута во времени. Вот. Тогда это было единомоментно. Было очевидно, что курс доллара взлетит. Доллар взлетит, и, соответственно, доллар взлетел там в 2 с лишним раза за один день. Я понял, что это катастрофа. В то время была бешеная инфляция. Все цены в магазинах были в уях. Это так называемая учетная единица. Ну, грубо говоря, в долларах. Вот. Грубо говоря, в долларах. И, соответственно, ну, по идее, цены должны взлететь в 2 раза. Вот. Но кто ж по этим ценам будет брать? Вот. Поэтому все это тут же, ну, как бы начало накрываться. И я понял, что вот сейчас начнется там война гражданская, там начнут громить киоски, народ, который просто за водкой будет ломиться, а водка стоит в 2 раза дороже. Ну и так далее. За сигаретами, тем более, сигареты все импортные были. Ничего этого не произошло. И, ну, я понял, что все, бизнес накрылся тогда. Так вот, я так это, ну, приподнял цены, естественно. Всем людям сказал, что все, ребята, халява кончилась. Зарплата будет считаться теперь в рублях, а не в долларах. И, соответственно, подниматься она не будет в соответствии с курсом доллара. И цены тоже не будут подниматься в соответствии с курсом доллара, потому что, ну, не могу я поднять цены. Вот. Ну, то есть я приподнял их, потому что материалы все взлетели, естественно, с курсом доллара, они все импортные. Вот. Зарплату я оставил по-прежнему в рублях. Вот. Ну и так далее. То есть, смотрите, рублевая составляющая себестоимости осталась прежней, то есть аренда, зарплата, а, ну, валютная составляющая, импортная, естественно, взлетела. Естественно, моя прибыль резко упала. Что произошло дальше? Я ожидал, что никто ничего заказывать не будет. Так вот, друзья мои, неделю через 2 звонит заказчик и кричит: срочно нужны этикетки. Этикетки — это моя основная продукция. Вот, срочно нужны этикетки. Я говорю: вы знаете, тут в связи с последними событиями у нас цены изменились. Вот. Говорит: да хрен с ними, я знаю, что они изменились. У всех они изменились, давай бегом, потому что срочно нужны. Потом позвонил второй, третий, четвертый. И понеслось. У меня заказы больше, чем были. Кто мои заказчики? Мои заказчики все сплошь частные мелкие компании были. Сейчас их нет, они все поразорились. Вот. А тогда они были. То есть в каждой подворотне клепали какие-то там котлеты, пельмени, народ. Из чего попало, значит, там, ну, не то, что из чего попало, клепали. Вот, они потом укрупнились, либо разорились. Естественный процесс. Так вот, друзья мои, сейчас будет обратный процесс, я считаю. Когда импортеры, крупные компании начинают производить, ну, в смысле, так сказать, закупают импорт в огромных объемах, а импорт обрубается. И они все больше будут пытаться, по крайней мере, переходить на отечественные материалы и комплектующие. То есть начнут клепать потихонечку какие-то суррогатные запчасти, как я уже сказал в прошлый раз там. Вот. Ну, черти что будут делать, но будут. Я вангую. То есть у этих санкций будет еще и, ну, такой серьезный положительный эффект
на развитие российской экономики. Ну, это будет развитие, опять же, с нуля, на низкой базе. Ну, не на такой низкой, как было раньше, но на низкой. Соответственно, вот это вот будет. Никуда от этого не деться, я считаю. Ну, смотрите, у меня импортные станки, естественные импортные, были. Вот. То есть у меня, ну, чешские они были в то время. И, скажем, вот у меня летит какая-то запчасть. Уникальная. А, гильотина у меня была немецкая, там очень хитрая была шестеренка. Вот. Вот летит эта деталь. Все, стирается. Готово. Зубья поломаны. Что делать? А шестеренка очень хитрая. Она не круглая. Она со скосом, с таким интересным. Зубья не всюду, она вот так вот жик-жик в таком, так сказать, режиме работает. И зубья там, где нужно. И они еще косые. В общем, все весело. Я обращаюсь на завод соседний. Сигнал. И говорю: слушайте, вот у меня полетела такая шестеренка, надо изготовить. Надо ее отремонтировать или изготовить новую. Он посмотрел там. Да, сталь крутейшая, значит, все такое прочее. Смотрел, смотрел, говорит: ну что, давай мы тебе восстановим эти зубья. Они просто наварили эти зубья и все. Сделали, она работала потом еще, ну, до смерти этого станка. Вот так. То есть, есть у нас станки такие, которые могут это сделать. Он говорит: ну, шестеренку можно изготовить, ну, это полный цикл. Можно зубья просто изготовить. Представляете, косые зубья. Вот, там шаг, все, все это есть. Все это можно сделать. Ну, как вы понимаете, в единичном экземпляре это было сделано. Вот. Что мешает на том же заводе сделать эти же детали? Ну, скажем, партию 100 штук. И продавать. То есть, как бы я изготавливаю, например... То есть, мне нужна одна деталь. Я изготавливаю 100 этих деталей. Скажем, 95, 98 из них я продаю. Одну оставляю себе, вторую на запас, на резерв. И таким образом я даже в прибыли окажусь. Точно так же будет со всем остальным, понимаете? Вот я считаю, вот хоть убей, вот к бабке не ходи. Так будет. Вот. При этом, если эта шестеренка новая, ну, то есть я заплатил там сколько там, 4, 5, там 6 тысяч рублей. Не помню. Вот. А за новую шестеренку, за эту, придется отдать там 40 тысяч рублей, понимаете? И как вы думаете, купят у меня эту шестеренку, эти шестеренки, которые я изготовил по, скажем, 20 тысяч рублей? Купят, куда они денутся? Купят. Вот. И вот этот механизм будет работать, я думаю. Сначала это будет очень мелкое производство. Потом люди будут доставать какие-то левые бэушные станки из какой-нибудь Турции, вывозить из Китая. Потому что в Китае далеко не все станки. Ну, то есть Китай очень сильно поднялся, вы знаете, да, за последнее время. Но вначале там были станки убогие совершенно, некачественные. Они постоянно ломались. Ну, вот эти, которые ломаются... Китайцы будут восстанавливать и толкать нам по цене новых. К чему это приведет? Ну, смотрите, вот это вот мелкое производство, оно изначально невыгодное, потому что когда ты занимаешься производством, выгодно крупное. То есть ты настроил какой-то процесс, если у тебя автоматическая линия, то станок, который, грубо говоря, на входе получает болванки, на выходе готовую деталь, ты его зарядил, и он работает в автоматическом режиме. То есть современные станки, они работают по программе, естественно. Там есть магазин, да, с инструментами, с резаками какими-то там,
фрезами, и он по программе, значит, берет так из магазина следующий инструмент, втыкает туда, куда надо, в головку, которая вращается, либо фрезерный там это самую головку, и соответственно деталь поворачивает там, в трех плоскостях она ворочается, и в общем делает все что угодно эти станки. Вот эти станки есть на Западе много. Эти станки западные компании покупают в кредит, на кредитные деньги. Никто на свои деньги станки не покупает. То есть это финансируют банки. И банки это финансируют без процентов. То есть там механизм субсидирования и так далее есть. Вот. У нас в то время я пытался взять станки. Соответственно, мне кредит не давали, потому что я кредит не смогу вернуть быстро. Это кредит на 5 лет берется как минимум на оборудование. Потому что оборудование, срок службы, ну, оно должно окупиться 5 лет. Через 5 лет я отдаю этот кредит, а через 5 лет само оборудование уже морально устарело, и мне нужно покупать новый. Таким образом, я иду в банк, сдаю старое оборудование, оно идет куда-то там в какую-нибудь Россию. Вот, на восстановление и в Россию убогим, а соответственно развивающимся странам. А я беру новое оборудование западного производства, хорошее, качественное, и соответственно продолжаю шлепать дальше. Таким образом, экономика у них поддерживает весь вот этот вот экономический рост, банковская система. У нас банковская система поддерживала торговлю. Торговлю импортными товарами. Ну, поэтому имеем то, что имеем. Зачем нам развивать собственное производство? Это сложно. Но придется. Вот, нет худа без добра. Но какие будут проблемы в связи с этим связаны? Естественно, на первых порах качество той продукции, которая изготавливаться, будет очень низкое. Естественно, крайне низкая, естественно, объем выпускаемой продукции будет невысокий. То есть мы будем очень дорогую продукцию, очень низкого качества выпускать и потреблять, и продавать. Вот. И эта продукция будет неконкурентоспособна на мировых рынках. Вот так. Потому что изначально это будет менее производительно и менее рентабельно, чем в развитых странах. То есть, значит, Россия отставала от развитых стран, ну, то, скажем, сейчас разрыв сократился лет, там, ну, отставала лет на 10-20, вот, по развитию технологий. Ну, мы будем отброшены лет на 50, с вероятностью не догнать никогда. С большой вероятностью. Почему? Ну, потому что у нас вот такая система, когда у нас все хорошо было, мы жировали, деньги к нам текли рекой, но мы эти деньги использовали для того, чтобы их накопить, а потом угрохать на какую-то авантюру. Чисто мое мнение. Пишите, что вы думаете. Вот. Ну, вывод такой у меня. Мы будем потреблять продукцию. Ну, то есть страна все более будет изолирована. Так же, как был изолирован Советский Союз. Значит, будем злобные, в окружении врагов, значит, холодная война и так далее. Помните, что было с Советским Союзом в конце и где он сейчас. Ну, как бы, какой срок пройдет? Ну, по крайней мере, сколько проживет Путин, я не знаю. Вот, судя по всему, до его смерти, по крайней мере, потому что раньше ему вряд ли кто поможет уйти. А
Ну, когда люди станут жить сильно хуже, они это почувствуют. Ну, в общем, только тогда они и поднимутся. Так, как это было в Советском Союзе, когда дошло дело до распределения продуктов питания по карточкам. И не только продуктов. Вот. Такая история. Когда это произойдет, я не знаю. Но, ну, как бы вот... Вы знаете, есть притча такая про лягушку, которую в молоке варили. То есть поставили холодное молоко на медленный огонь, и лягушка еще вполне вначале могла выпрыгнуть оттуда. Вот. Ну, молоко холодное, зачем выпрыгивать? Вот, вроде ничего такого не происходит. Потом молоко греется, лягушке вообще стало хорошо. Вот, она может легко выпрыгнуть, ну а зачем, все хорошо. Потом, значит, молоко греется сильнее, лягушке уже неуютно. Вот, ну как бы, выпрыгнуть-то уже она и не может. Так и сварилась. То же самое будет и с нами. Все, друзья, пока, не буду затягивать. До встречи, с вами был Демятков Юрий. Пишите, что вы думаете по этому поводу.